Эй, друг! Мы почти выиграли в чертову лотерею! Я вышел на тёлку, которая увела тачки. Она вроде девка того предателя, что терся тут у нас. Ну, Дилан, Делан, как-то так, не помню. Ты нашел ее? Пока нет, но найду. Дай знать, если что услышишь. Да, можешь не сомневаться. Итак, в общем, мы сейчас соберемся на гоночку. Давайте в одиночку. Попробуем ее быстренько пройти. Алекс, что случилось? 5-10 узнали о Коне и Бене. Точно сказать не могу, но нам нужно вывозить их из города прямо сейчас. 5-10 просто так нас не отпустит. Нам нужна семейная ракета. 4 места, а мощи больше, чем у гоночной. Есть одна идея. Жди у трассы, ведущей из города. Я попробую достать такую машину. Значит так, победитель забирает тачку проигравшего. Заметано. Надеюсь, у тебя удобная обувь. Домой пешком пойдешь. Вот и посмотрим, кто пойдет пешком. На трассе его тачка молния, зато конек твоей грязь и прыжки. Используй это. Попробуем использовать это. Давайте лучше переключимся вот в этот вид. Все-таки из него нам будет немножко получше. И более удобно. Черт, парень, да ты зверь! Более удобно, хотел сказать, видно. Ладно, пока вроде мы впереди. Это хорошо. И будем надеяться, что и дальше будем находиться на первом месте. Так. Он пока что-то он как-то не особо сильно от нас отстает, скажу я вам, друзья мои. Да я как бы вижу, мне об этом не надо говорить. Ой-ой-ой. Вот это было плохо. Ладно. Увеличиваем скорость, надеемся, что мы пройдем. Хорошо, так держать. Вперед, вперед, давай, давай, догоняй. Давай. Ух ты. А тут нам вообще прямо надо проехать. Ху-ху! Ху-ху. Дружище. Так, мы чуть-чуть оторвались. Блин, у него тачка 900, вообще жесть. Как мне против такой справляться? Ладно, осталось 2 пункта. Мне за эти 2 пункта надо как-то выиграть. А он догоняет, да, зараза. Вот так. Он, зараза, догоняет! А вот хрен тебе! Выиграли. Эй, не так быстро! До 2 побед, да? Некогда, еще пересечемся. Эй, меня обокрали! Эй! Гарри, я скоро пригоню колеса, нужно только хвост стряхнуть. Тут тебя уже все ждут, стряхни копов! И правда? Это и есть наш план? Готовьтесь, мы собираемся прижать его. Ну что ж, давайте. Хорошо, продолжайте патрулировать сектор и следите за информацией ныне. Воздушная поддержка, это диспетчер. Вижу его, вижу. Ладно, не получилось. Он уходит, подождем, парни, сдаваться нельзя. Сдаваться им нельзя, видите ли. Объект направляется на северо-восток. Ладненько, у нас уровень розыска 4 звезды, я так понимаю, или 3 звезды. Сейчас
парня. Отстань. Съезжаем с дороги. Я сейчас... Съезжаем с дороги. Слышу вас. Так. Ладно, надо возвращаться на дорогу. Погоди. Тем, погодите. Мы потеряли его. Алекс, в сети 5-10 необычно тихо. Это плохой знак. Гоню как могу. Ладно, встретимся у центрального парка. Что-то я не то делаю. Ладно, надо уже нормально гнать. Так. Внимание, мы берем его на таран. Атака провалилась. Да вы издеваетесь, мать вашу. Центр, мы идем на таран. Хорош. Перехватить цель не удалось. Так, куда бы мне съехать? Этот парень вовсюду, готовьтесь. Готовьтесь, попробую остановить его. Центр, блокируй. Диспетчер, 10-24. Подозреваемый задержан. Эй, не так быстро! До двух побед, да? Некогда, еще пересечемся. Эй, меня обокрали! Эй! Гарри, я скоро пригоню колеса. Нужно только хвост стряхнуть. Тут тебя уже все ждут. Стряхни копов. И правда? Это и есть наш план? Ну что ж, давайте стряхнем копов, действительно. Насколько это вообще возможно. О, черт, объект вне зоны видимости. Хорошо, продолжайте патрулировать сектор и следите за информацией. Воздушная поддержка. Вот и он. Ага, засранцы. Это не так просто. Этот парень уходит от нас. Конечно, ухожу. Вы два дебила свернули на другую линию. Впрочем, ладно, здесь проедем. Окей, я промолчу про интеллект размещения заграждений. Его кто-нибудь видит? А, вот и он. Объект впереди меня. Теперь ему не уйти. Да, 10-4. Так, как-то я не вписываюсь в поворот, но надо быть поаккуратней. Алекс, в сети 5-10 необычно тихо. Это плохой знак. Гоню как могу. Ладно, встретимся у центрального парка. Так. А вот теперь в эту сторону. И по прямой дальше. Центр, заграждение установлено. Снова видим его. Слышу вас. Сейчас едет на северо-восток. Так. Собирается его зажать. Атака провалилась. Да ты задолбал, слышь? Перехватить цель не удалось. Зараза. Жестко жмут ребята. Ну ладно. Блин, у нас машина дико мощная, мы что-то оторваться никак не можем. Так мало того, что мне надо оторваться, мне еще надо и продержаться потом секунд 20. Теперь объект ведет нас на юго-запад. Какой неугомонный коп сзади меня несется-то, а? Мы потеряли его из виду, диспетчер. Принято, оставайтесь на связи. Центр, нужно что-то делать, иначе он уйдет. Принято, продолжайте погоню и ждите указаний. Получается все, в принципе. Если сейчас ничего не произойдет... Диспетчер, его и след простыл, больше тут делать нечего.
Привет. Кони, да? А ты, думаю, Бен. Как дела, пацан? Прости, он стесняется новых людей. Я тоже. Теперь, Бен, пристегнитесь с мамой покрепче. Поездка у нас будет такая, что дух захватит. Оставайся со мной, Алекс. Я купил Кони и Бену места на автобус в другой штат. Зачем? Я их отвезу. Тебя заметят. Прикрытию конец. Так лучше. Ну ладно, раз ты считаешь, что так лучше, значит, так и сделаем. В общем, нам надо держаться к нему поближе и не отставать от него. Ладненько. Спасаем наших... В общем, суть в том, что мы спасаем жену нашего брата с ее ребенком, соответственно, с нашим племянником. Это круто. Если бы он еще включал... Если бы он еще включал поворотники, было бы вообще великолепно. Ну ладно. Так, 60 метров. Ну, дальше сотни, я думаю, мы не уйдем от него. Надеюсь, по крайней мере. Так. О, как познакомились с Дейтоном? Думаешь, самое время? А то, и Бену будет интересно. Да? Ну хорошо. Мы жили в Мичигане. У отца был сервис рядом с Дирборном. Дейтон приезжал каждую неделю, детали, тюнинг. Я все не могла понять, как можно так любить свою машину. Я у него так и спросила. И он признался. Сказал, что дело не в машине. Он хотел видеть тебя? Ну, он так сказал. Ты ведь его знал. Циркач. Именно. Да. Весело. Весело, весело. Так что ж ты так тормозишь-то? Ага, ну правильно понял, куда он собирался. Ну ты, ё-моё, ты предупреждай хоть заранее. Так, вроде мы на самом деле далеко от него не отстаем. Так что все хорошо. Так. Мы едем, едем, едем. Камера начинает лагать, переключаемся в обычный вид. Я не знаю, в связи с чем это связано. То есть у меня сейчас 60 FPS, в принципе, все хорошо. Но... Камера иногда фризит. Хрен его, пойми, с чем это связано. Так. А, и все? Окей. Нам дали 23 уровень. Это круто. И бронзу, потому что мы, видимо, хреново выполнили задание, но зато получили деталь на подвеску, которая дает все равно плюс 7, и это довольно неплохо для нашей машины. Продолжаем. Возвращение в свободный мир. Жаль, что Бен никогда не увидит отца. Дейтон хорошо бы его воспитал. Ты думаешь? На тебя он хорошо повлиял. Я держу свое слово. Это важно. Хоть ты упустил вора, деньги ты вернул. Теперь ты видва, засранец! Будь начеку! Хорошо. А теперь пора за работу. Твое первое задание в роли видва на юге, в Майами. Там все летит к чертям! Мне нужно, чтобы ты взял ситуацию под контроль. Уже еду. Заправляемся в Майами. Перед этим, я надеюсь, сменим тачку на... На-на-на-на-на-на-на. Нет, не та. Не та, не та, не та. А, нет, вот там Форд, какой Мустанг нужен был. Да, отлично. И перемещаемся поближе, собственно, к заданиям. Давайте мы переместимся сюда. Быстрое перемещение. И сейчас попробуем сыграть в PvP.
собственную ячейку. Что? Где? На юге, в Майами. Мне тут порекомендовали интересную особу по имени Алита. Она прекрасный механик с весьма незаурядным прошлым. Ясно. Я сгоняю туда и сам все проверю. Ладненько, но это мы сделаем опять же потом. Сначала давайте попробуем проверить, что же здесь за ПВП творится. Так, Я засекла этого механика и скинула координаты на твой навигатор. Хорошо. Группа на группу, давайте случайные. Ждем, в общем, пока у нас подберутся игроки. В принципе, машина у нас изнутри выглядит, как и обычно, точно так же. Но снаружи мне она нравится больше. Впрочем, ладно. 5 игроков уже подобрались. Это хорошо. Осталось подождать еще чуть-чуть. Ну, давайте, ребятки, подбирайтесь уже быстрее. Ладно, благо мне не обязательно стоять на этом месте, чтобы они подбирались. Кстати, есть здесь где-нибудь поблизости какое-нибудь задание, которое можно попробовать выполнить за этот момент? Мини-слалом для 26 уровня. Мини-скорость для 20-го. Да, наверное, давайте попробуем выполнить. Только знаете, сменим на вот эту хорошую тачечку. Кстати, я до сих пор не видел, как она там изнутри выглядит. Ой. Вот так она изнутри выглядит. Прикольно. Ладненько, поехали. Долго ищет что-то. Да ничего. Мы люди не гордые. Оставаться в пределах трассы. Это без проблем. Так, авось даже на золото сделаем, если получится. В принципе, должно, по идее. Да. Готово. Золотая медаль у нас в кармане. Что она нам даст, интересно? Она нам даст плюс 11. Это начинает вывешивать. Так еще нет, я понимаю, что все это устанавливается, детали и так далее, машина апгрейдится, и чтобы она с новыми настройками была и все такое, то есть скорость больше, но, блин, это все равно добивает. Ладно, у меня такое ощущение, что в PvP мы не попадем, потому что как-то что-то очень уж оно...
хреново ищет. Ладно, отменяем ПВП. Так, и знаете, поехали все-таки. Где у нас тут миссия была? Где у нас была миссия? Вот она.